Спільно, спільно там. Боже, вас тільки розбулося вже. О, короткий голові, короче, вже. Володимир Олександрович, а ви президенти балотуєте чи ні? Ви президенти балотуєте чи ні? Ні, чому ви не пробували? Ви єдина людина, якій я так свідомо можу довіряти. От всі всякі яценіки, я ще сидів не вже так розочарував, що але зараз зробиться. Да, а потім вже буде. Ви знаєте, що я там. Все нормально, абсолютний спокій, все нормально, ми просто чекаємо ще однієї людини. Я не можу вам все сказати. Чекаємо буквально 2-3 хвилини, він зараз під'їде і поїде на чолі нашої колони. Все нормально, все гаразд, з міліцією конфлікту немає, нормальні хлопці попалися. Уже Януковича в гості були, у Медведчука ще з Казара виїхали. Знімаються з колону. Куча людей, куча машин, короче, целый день я тут сидел, не понял, катаюсь. Они меня посадили в самую первую главную машину. Я в самой главной машине первой, с пацанчиками, короче, с организаторами. А эти где-то сзади машины, там, похоже. Ну, камера у меня, он без камеры целый день. Вот. Там одна камера, вот у меня одна камера, и паренек снимает в онлайн на планшете. А я снимаю так, просто для... Ну, а ты что, уже домой идешь? Ну, что сказал, вот едем и все, и домой, потом на Майдан я камеру завезу, и домой, и все. Женщина довольна, рада такая, ты что? Я снимаю там. А у меня не получается на камере прямой сделать. Я говорю, да я бы вам такие сделал. Она говорит, да не переживай, мы все равно
Ми все виложимо так. Ну, просто не в прямом говорить, ну будь, ну, говорить, там і так хватает, що в прямом снимає. Вот. Не получилось у меня. Вот. Так что. Ну, только что заехали к ней там хот-дог на стояночку. Там с ребятами, с активистами гражданскими. С депутатом ехал, целый день в машине с депутатом с удара ехал. Так втроем на заднем сиденье на этом, на Volkswagen Touareg. Вот. И, ну, на всех, ну, видел там на этом. Дуже прошу, будь ласка, злізьте з машини, ми їдемо. Так, а це ж наш водій. Товариство, по машинах. Їдемо до Азарова. Тут залишилося 1.5-2 кілометри. Тримаємо колону. Колона йде в один ряд. Я наголошую ще раз. В один ряд йдемо. Зараз давайте так. 40 кілометрів на годину рухаємося. Тримайте колону! Тримайте колону! Один ряд! Сережа, зараз ми тебе доганяємо, озвучуємо. Ще раз повторюю. 40 кілометрів на годину рухаємося. В одну колону. Базірова! Базірова! Базбідор шкінос! 29.53, я вас уже слышу, стрелять вашу оранжевую машину. Я вас не слышу, автомобиль, давайте угол засъедем кассиру нашего госпитера. Скажи, что подъеду назад. Подъезжаем. Не пускай же, что я назад. А не это озвучка, ясно? Да.
передали по рации, оттронулись. Рухаемся в один голова колонны уже давно проехала. Фор сбоку. Ого! Что делаем? Руку вбить, молодой человек! В один ряд едем! Да-да! Зарян, так вырвись вперед, чтобы ты был первый, а я за тобой и так далее. Колонна едет в один ряд! Со скоростью 40 километров! Но чтобы колонна шла конкретно, потому что мы два ряда занимаем. Да, вырвись, объедь их всех, это все ерунда, и вот ты, потом я буду, потом форс, озвучка и так далее. Мы тут в боевом построении. И правый ряд старайся, да, чтобы не создавать... Да, вот этих с аварийкой обошел, и все, правый ряд. Отлично, спасибо.